Всем привет из Еревана. Сегодня у нас очень теплая погода. Хотел вас порадовать очень красивой картинкой. Ребята, привет! Смотрите, как жарко в Ереване. И наши туристы, которые просто получают огромное наслаждение. Очень радостно видеть большое количество людей, которые просто получают огромное наслаждение от весеннего Еревана. Вы очень красиво смотритесь на фоне этого абрикосового дерева. А это абрикос? Да. Смотрите, друзья, как расцветает все. Как красиво. Да? Ты согласен со мной? И вот, добрый Виктор, вы дома? Давайте гулять. И вот меня очень порадовал мужчина, который занимается спортом. Большой молодец. Вот очень важно брать пример с людей в Европе, да, которые и в 50, и в 60 лет занимаются спортом, ездят на велосипеде. На самом деле это только и только идет на пользу. Всем большой привет. Весна в моем сердце, в моей душе, и надеюсь, что в вашем тоже. Ребят, кстати, хочу поблагодарить всех, кто сделал позавчера репост. Особая благодарность нашим блогерам, администраторам, видеохостингам. Всем огромное спасибо за репосты, потому что за полторы суток наш эфир набрал 10 200 репостов. Это просто мега рекорд. То есть я думаю, что к вечеру, Хорин, большой привет, к вечеру у нас будет примерно уже 11 тысяч репостов. Это просто рекорд, сумасшедший рекорд, именно благодаря вам, всем тем, кто нажал кнопку репост. Я действительно вам очень благодарен, поверьте, это очень дорого стоит, что вы на свою страницу размещаете мои эфиры, делитесь этими эфирами со страницы других блогеров. Вы реально спасители вот той ситуации, которая у нас есть в Фейсбуке. Все молодцы, абсолютно, абсолютно, о чем я сейчас и говорил. Хорин, как настроение, давно не виделись. Скажу, что в Ереване весна, как видите, очень тепло. Но, собственно говоря, я для чего делаю этот эфир? Чтобы вы заразились нашим уже почти летним настроением и тоже вместе с нами гуляли по Еревану. Это называется дразнить, да? Дразнить в хорошем понимании этого слова. Зара Согуманян, добрый день. Всем респект, кто пишет добрые слова. Вот наши светлые туристы, гости, прекрасно смотрятся на фоне расцветающего Еревана.
я говорил про этого как раз таки мужчину. Да, Гайане, абсолютно. Гайане, вам отдельный респект, привет. Давайте немного погуляем по Еревану. Я знаю, что вам этого не хватает. Вместе с моей командой, которая ходит возле меня. Обязательно, Нара, будем продолжать. Обязательно. Соответственно, нам сейчас надо безопасно перейти дорогу. Безопасно. Но если я зайду подземный переход, то у меня связь пропадет. Вот, нарушение, по-моему. Как поживаешь-то, Георг? Когда появишься? Всем-всем доброго дня, друзья! Это мы в Ереване, друзья.
Очень. Абсолютно согласен с тобой. Я сейчас как раз двигаюсь к этому виду, чтобы показать. Остановился последние 2 недели почти молчал. Это было очень правильно. Плюс мы решили в этом месяце помогать только исходя из прямой помощи. А когда у нас бывают сборы, целый день ты делаешь отчеты, целый день какие-то нужно писать в Инстаграме, в Телеграм-канале, не забыть фамилии, имена и так далее и тому подобное. И когда каждый день ты едешь всеми там раненых и погибших, то это морально сложно. В этом месяце мы решили такой сделать перерыв. У нас только будет поездка, вот скоро будет поездка в Артык и Сисян, то по прямой помощи. Как-то этот месяц мы, можно сказать, расслабленно отдыхаем. Надеюсь, что вы поддерживаете эту идею вот отдыхать. Давайте я вам покажу Арарат, каким он сейчас видится. Аминь, Вот, кстати говоря, правительство приняло решение вот эту часть каскада, это же вот один фрагмент, который не был доделан, решило отремонтировать и, не, прошу прощения, достроить, а не отремонтировать. И
каскад будет заканчиваться прямо вот здесь. Так что, ребята, красота будет полная. Это у нас медицинские вертолеты. Последние 4 года в Армении, раньше такого на самом деле не было. Больных очень быстро перевозят с районов благодаря вот таким возможностям. Молодцы. Сегодня в Армении отмечается праздник. Вербное воскресенье. Так что всех поздравляю, ребята. Артур, привет. Привет. Поздравляю всех. Музей Шарля Азнаура.
еще раз всех с праздником, друзья мои. Ирина, с праздником. Сколько у нас туристов. А именно вот в эти дни все цветет, все зеленеет. Уже появились запахи весны. Я иду, иду, вы немного вперед. Марина Дадаямян, всем привет, Ереван просто прекрасен сейчас, просто прекрасен. Люди греются на солнце, люди получают такое наслаждение просто от прогулки. Это очень интересно наблюдать, вот как мало нужно людям для счастья просто сидеть на солнце, смотреть на Арарат. Это все, что им нужно. Вот кому-то нужны яхты, кому-то частные самолеты, а кому-то просто остаться наедине с этой панорамой. Что круто, знаете, вот летом же бывает знойная, да, жара, а сейчас вот именно теплый ветер,
абсолютно теплый ветер, да, и очень комфортная вот погода, очень комфортная. А с номером держать Дэвид? Вот какая классная картинка. Двое мужчин с колясками, со своими детьми, которые принимают решение, по какому маршруту им двигаться. Вместо вас гуляю. Вы сидите на диване, вы сидите в машине, а я за вас гуляю. Видите? За вас иду, за вас топаю. Чем и хорош прямой эфир. Ходить за других. Нет, за себя, конечно, за себя. Странно, кстати, здесь работало сирийское кафе, сейчас что-то не работает.
Всем доброго дня. Ну все, друзья, всем хорошего дня, солнечного дня. Выходите, погрейтесь.